проходи, проходи там. Да. У тебя отличное место. Ты весь у нас такой масштабированный. Ох, какие потеки шикарные. Танюша! Да, это Кира, это моя. Я всегда вспоминаю про тебя. И ты Брут, и ты Касси. Я папарацци не стали. Слушай, на время позабудь, лучше тебе спою я что-нибудь, чтобы теплели строгие глаза и не оглядывался больше ты назад. Песню зачем из дома понесу, если могу найти ее в лесу? Знаешь, какой красивый лес зимой, ее с мороза принесу тебе домой. В синие сугробы убегает день. Если петь тебе, то надо, чтобы песня начиналась здесь. Если петь тебе, то надо, чтобы песня начиналась здесь. Хочешь, не вспыхнут лунные огни к ночи, хрустальный лес не зазвенит, будет не дерзость ветра свежесть щек. Скажи мне только, что бы ты хотел еще. Скажешь, поймаю песню на лету, наши про нас чего-нибудь сплетут. Только не в песнях дело тут моих, мне просто нравится, как слушаешь ты их. В синие сугробы убегает день. Если петь тебе, то надо, чтобы песня начиналась здесь. Если петь тебе, то надо, чтобы песня начиналась здесь. А что Летунов туда пошел? А он там был счастлив когда-то летом. Чего? И решил там посмотреть. Ага, давай. И вот туда подальше войди. Я знаю, знаю, там красиво. А рядом шумный город, карьер, стеной со всех сторон. А друг рисует горы, далекие, как сон. А друг рисует горы, далекие, как сон. Мой друг, он друг отвесным, холодным ледникам. Он друг отважным песням, да редким маякам. Он любит горный ветер, раздумья до зари. Он любит горы эти товарищам дарить. Он любит горы эти товарищам дарить. И в ясный день, и в горе упрямо верит он, что есть на свете горы, далекие, как сон. Мой друг мне тем и дорог,
что днем и ночью он возводит к небу горы, далекие, как сон. Возводит к небу горы, далекие, как сон. Нет, я получил удовольствие, но под конец ждал, когда это закончится. Марик, повернись сюда. Гюльчатай, покажи свое личико. Марик, когда встанешь, скажи. Скажи, когда встанешь. Отлично. Крест — это что? Это крест на Киндомысе. А, это и есть Киндомыс? Да. Вот такой тут весь переломанный лед. И лыжня. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо забытое просим, давние письма домой. Не надо, ты проходи лучше. Да. Не закрывай мне вид. Снег, 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 снег над палатой кружится. Вот и кончается наш край и ночлег. Снег, 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 тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек. Снег, снег, снег. Петроградской твоей стороной бьется веселый снежок. Слышно, приснится звездой озорно, ляжет пушистой луной. Тронул задумчивый нить, костой светлую прядь. И
над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, 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 снег за окошком кружит. У нас Володя. Хорошо, мы смотримся. Отлично. Ты не дуешь, а снег? Остров, да? В прошлый раз мы пошли правее. Боря. Мне надо двигаться, да? Ага, двигайся, двигайся. Двигайся, 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 двигайся. Двигайся, двигайся. Ветер поет на пути. Через туманы, морозы, бургу. Мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется, наших стоянок огни. Даже в нелёдные дни. Снег, 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 снег над тайгою кружится. Юга заносит следы наших саней. Снег, 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 пусть тебе нынче приснится. Залитый солнцем вокзальный перрон, завтрашних дней. Можешь идти. Тапочка нормально, да? Ну, более-менее, да, вот, результат. Вот и. Пельмени? Это мы, у нас разморозился холодильник. Вот, это не то, чтобы так нормально. Это так случилось. Дядя Колюшка очарователен. Просто он создает вокруг себя такой, как бы сказать, всплеск. Ну, как это, возмущение. Как, я не знаю, какая-нибудь частица или что-то. От него ужасно устаешь, потому что... Но он был очень недолго, надо сказать. Это хорошо. А ты на это тоже. Что долго, это мало выносить. На самолет, да? А что там за рейс такой, что ты вечером уезжаешь? Рейс в 2 утра. А приезжаю я в 5:20. Чтобы пойти с утра на контрольную, представляете? Есть женщины в русских селениях. Ну, а так мне надо будет через неделю идти на контрольную. Я тебя поздравляю. Все спрашивают, с чем. Да, значит, мне вот твой сын
получил грант РНФ 6-миллионный. Я в курсе. Теперь он сидит и думает, что можно купить. А он уже в курсе? Он в курсе, да. Он, вот же ты замечательная все-таки система. Ты фантастика. Он пытается понять, что он может купить. А не было ничего объявлено. То, из что того, вот что ему нужно. А это такая большая сложность, о которой многие знают. Садись. Некоторые догадываются. Вот Петя, а он сдал отчет по онкологическому проекту большому, гепатокарциноме, и поехал сюда вылавливать колю. То есть он делает как-то что-то, что абсолютно не реально. Лишайник – это же серьезный организм. Тяжелой жизни, а потом едет сюда вылавливать колюшку. А потом поедет на Камчатку вылавливать колюшку, потом еще в июне приедет. То есть ничего не надо. У него, на самом деле, немножко есть перекос, как называется, зоологом бежаденного тельняла. Вот выловить всю колюшку мира его окрестности, а обработать как-нибудь потом. Постановка вполне нормальная. Вот обрабатывать ее, если ему есть задел. Да, вот Аня, надо в том случае, если он не сможет доехать. Да, вот Аня – это такой производственный...